Они рады, что мы их привезли. А, это ж они стоят тут тоже. Опа. Да. Ну пусть едут, ладно. Ну что там такое, ё-моё, все чего-то... Никак не развернутся. Тут трамвай, видишь, вон, с этим. О, блин. Слушай, а он не авария у него? Смотри, он стал. Трамвай. Смотри, не, поезд. Да ёпона мать. Он куда? О, блин, сейчас тебе... Смотри, блин. Он смотрит трамвай. Он же смотрит, Саша. Да смотрит он, хреново смотрит. Чуть не дал. Там другой трамвай. Тот отодвинулся, а этот... Да? Конечно. А тот едет, он его и не видит, блин. Ну, он не видит за тем трамваем, он его не видит. А видишь? Трамвайщик тоже, блин, или кто-то там, почему-то не... На жалобы на этот самый, на звонок. Ну. Вот идиотизм. На голом месте можно, блин. Ну, и мы с тобой будем стоять с ними вместе. Никуда. И что, блин? Блин. Нам светофора ехать невозможно. Сами пробки создают себе. Потому что некоторые сильно умные. Ой-ой-ой! Так я тебе говорю. Пошло, сейчас же не все, было. Все, так не было, а время, посмотри. 13, да. Все, начинается, блин. Капец. Ага. Хорошо мы их привезли, да? Удачно. Да. А я денег-то не взял, блин, ни хрена. Ни сколько? А сколько времени уже? 12? 12, да. Да есть у меня 1500. Ну так хватит, давай сходим. Что еще? А что там надо? А много чего бы надо, но так денег-то нету. А чего много надо? Миллиард нужно. Сходить домой, что ли? Не хочется. Я пока... А, я ж по карточке могу. Ты по карточке можешь, да. По карточке, сейчас. А я в час за молоком пойду. Да?